Всем большой привет! И настало время показать, как обстоят дела с моими эквестрисами, которые проделали долгий путь, пожили у моей теперь же очень хорошей орхидейной знакомой, даже бы сказала, подруги Светы в Германии. Большое спасибо за помощь. И все про них спрашивают, как же дела у тех, которые приехали, ну вот тех самых. Вот они у вас на экране. Я поделала для них дополнительные вот такие вот наклеечки на бирочках, потому что не везде были хорошо читабельные подписи. Подписи были от руки карандашом, местами немножко потертые. И имея прайс, фотки и свежую голову, я решила поделать вот такие бирки. Кое-где я оставила надпись от руки. И сделала еще дополнительно наклейку на всякий случай для себя. Итак, поживают они прекрасно. Корни они растят просто прекрасно. Листья тоже растят суперски. И насчет листьев хочу похвастаться вот этим. Посмотрите, насколько новый лист больше предыдущего. Он растет. Все замечательно. Так, вот два вообще предыдущих, каких маленьких. А вот у него новый корешок, вот такой смешной, растущий весь. Только там у самого основания уже начал появляться белый виламен. В горшочке тоже все отлично. У меня, как всегда, видео как раз в день полива. Я всех благополучно полила, теперь снимаю. Так, и это был эквестрис Струп. Да, Струп. Так, вот такой товарищ, там он тоже видно корешки. Вот растущий пиптик. Хорошенький. Вот растущий. Вот видно молодой, тоже такой хороший, зеленый. Вот растущий. И вон под листочком растущий. Это у нас вот такой. Phalaenopsis equestris aquinis struber. Наверное, стоит вставлять цветение. Ну, даже не знаю, стоит или не стоит. Давайте так, цветение я вставляла в первом видео, когда показывала их в получении. Ссылочка будет в описании. Там посмотрите, а это будет просто видео с динамикой их роста, с тем, как они стараются. Кстати, листочек тоже подрос. Классный. Так что все супер-супер. Вот этот вот очень интересный у него такое строение. Скажем так, тонкий стволик, от которого расходятся листья. Листья более узкие, более ремневидные. Интересный, очень интересный. Вот такой уже листик вырос. Вот такой куда-то ввысь стремится товарищ. И вот если видно, вот здесь вот не видно. Вон проклевываются два корешочка. Так, тут вот тут тоже что-то напухло. Возможно, тоже будут новые корешочки. Так, вот еще один растущий. В горшочке грибочки заселились. Корешочек, вот он идет. Хорошо все у него. И это у меня вот такая Софи Рёслер Аква Софи. Ой, так, вот от руки. У нее название. Так. Ох, иногда эти бирочки вынимаешь, а потом вставить их также не получается. Так, дальше. Вот такой тоже с тонкими классическими ремневидными листьями для эквестриса. Вот такой товарищ. Он достаточно большой. Вот этот у него лист вообще огромный. Вот у него новый классный растет. Очень он меня радует. Очень хорошие корни. Вот они внутри. Все зеленые, их много. Вот он новенький такой. Красавчик тоже растет. Вот новый в горшке тоже. Молодой, вон видно белый виламен еще и растущий кончик. Все супер. И это у нас вот такой аквиний струп. Вот. Очень-очень я довольна и огромное спасибо еще раз, не знаю, миллион раз Свете и Диме.
и Лёша, которые все поучаствовали, все помогли, заморочились. Так круто, я очень-очень-очень довольна. Так, вот такой там он тоже, зеленые растущие, зеленые тоже политые, пьющие корешки, и вот тут за бирочкой. И у него тоже очень интересные листья, вот такие вот тонкие, длинные, смешные. Я, честно говоря, если бы мне показали, я бы ни в жизни сказала, что это эквестрис. Вот правда, такая форма интересная и странная, и они слишком узкие для эквестриса. Ну вот правда, я бы не сказала, потому что я привыкла к вот таким вот, вот это классика для эквестриса, а, к вот таким вот округлым, более округлым листьям, когда, скажем так, цветок, как сказать, более круглой формы, более крупный, или как-то генетика немножко поменялась, это влияет не только на цветок, но и на листья. Вот достаточно часто сейчас вот с такими листьями встречаются эквестрисы или с более круглыми. Но вот это вот, и у него такой стволик, тоже смешной, интересный. Но да, это эквестрис. Иди сюда. Ой, прирос. Так, иди назад, извините. Там новый корешок прирос к бирке, поэтому не буду дергать. Это Phalaenopsis эквестрис Strub News. Прям вон он там, вон. Так не видно, да, там он в коре прирос. Я когда вытащила, увидела. Так. У него тоже хорошо растут листья, и там вот видно внутри вот этого длинного стволика, там, где уже начинает вот этот листочек в самом-самом начале расходится, там новенький появился, но он далеко. Он свел, поэтому он не особо много нарастил. Он свел и дал уже вот такую детку, и детка растит корешок. В группе на Фейсбуке и в Инстаграм есть фотографии цветения этого товарища. Очень красивые. Можете зайти посмотреть. Вот такая у него симпатичная дед. И сразу хочу всем сказать, что первую детку я обычно оставляю себе, особенно у таких редкостей, для подстраховки. А вообще детка... Посмотрим, как он будет расти, себя вести и так далее. Следующая после этой. Или если появится следующая, то это обещано, уже обещано. Она будет отдана в хорошие, теплые, заботливые руки. И на этом пока я больше не планирую никому не обещать, не раздавать деток. Все-таки, как всегда, я... Говорю, в каждом видео я хочу пышные кусты с детками, много деток. Плюс еще, конечно же, обязательно я стараюсь брать или дубли, или же вот так вот первую детку оставлять себе. Потому что всяко в жизни бывает. И какой бы ты там ни был, не знаю, профи, не профи, но я не считаю себя профи. Ну, я что-то знаю, что-то умею, что-то могу. Но и на старуху бывает проруха, и в жизни случается всякое. И вот у меня дети, например, один фаленопсис раздербанили в салат просто. Вот маме хотели сделать приятное. Делали аппликацию и салат. Пострадала орхидея, ну, посмотрим. Надеюсь, выживет. Вот так. Поэтому вот я люблю подстраховаться, да. Предвкушаю уже кучу сообщений в личку, но... Ребятки, честно, вот детка, первая детка, которая будет отсажена с мамки, обещана уже Наташе. Наташа, привет! Да, тебе, как и у всех остальных, собственно, да, Наташа застолбила уже все, ребятки. Вот, поэтому посмотрим, насколько они будут детковаться, насколько дальше дело пойдет, но пока вот дела обстоят вот так. Я очень довольна. Я вот сижу, рассматриваю, то я, конечно, довольна. Я довольна, как они адаптировались. Я довольна темпами роста. Вообще говорить про то, что они уже адаптировались, наверное, не наверное, 100% рановато, но адаптацию они переносят, знаете, так вот, без особых каких-то признаков недомоганий, стрессов и прочего. И еще миллион раз спасибо Свете. Огромное спасибо всем. И, в общем, на этом все.
Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в группу на ФБ, заглядывайте на страничку на ФБ, заглядывайте в Инстаграм, везде пишите, не стесняйтесь. Очень-очень рада всем, все читаю, стараюсь всем ответить, иногда с запозданием, но все равно это делаю. Делитесь этим видео, и всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока!